Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале Энск-49. Дождливый циклон расширяется до Енисея. Его первый холодный фронт прижимается с севера к горной системе Алтая, а второй так глубоко к югу не должен добраться. Далее более подробный прогноз. В понедельник, 27 мая, в Новосибирске дожди с грозами. Ветер западный 3,8, порывы 13-18 метров в секунду. Дальнейшее похолодание. За окном в ночные часы и днем столбик термометра покажет около плюс 10 градусов. Компания «Правильно сидим» представляет растущие парты и кресла для детей и взрослых. Вы смотрели прогноз погоды Западносибирского метеоагентства. На этом все. Желаю отличного настроения.